Всем доброго вечера. Решил сегодня воплотить заветы Сэндука в дело. В сегодняшнем ролике, сегодня, по-моему, залил, ну или вчера ночью, вот, он сказал, что, ребята, не думайте над качеством своих видео. Собственно говоря, у меня качества-то никогда и не было. Вот, бейте количество. Как минимум один ролик в день. Что я и воплощаю. Как батька сказал, так оно и будет. А игрушка на сегодняшний смотр называется Vice of Evil 2. Кстати, не пойму вообще, при чем тут это. Не, конечно, когда в эту игру играешь, я уже один раз сыграл, злость испытываешь. Геймплей покажется элементарным, то есть мы переключаем цвета и тем самым продвигаем свой кубик. Но просто сказать, а посложнее сделать. Да что ж такое? Первый раз я это проще намного прошел. Я, конечно, долго вникал, сначала сидел, что тут надо. Потом разобрался. Так, давай. А, ну это я сейчас спешу. Потому что знаю, и поэтому... Поэтому косячу. Вот этот тоже моментик далеко непростой. Игрушку я взял тоже за копье по скидке понедельничной. Картой выбил из нее, блин, уже. Картами она с лихвой окупилась, потому что мне металлическая карта выпала. В игре 5 карт коллекционных выпадает. Это не я рогольный, это... Управа просто дебильнейшая. В принципе, понятно, почему игра так называется. Еще других эмоций, кроме злости, она не дает. Да блин. Shut down initiated. Не спешим. Потихонечку. Оп. Игра, конечно, классная. То есть она по максимуму себя оправдывает. Бесит всем. Ужасным управлением. Ужасными звуками, я даже не могу их назвать музыкой. А еще знаете что? Не, я лучше покажу чуть дальше. Тут еще есть третий момент. Это стоит и... Thank you.
Да что, издеваются, что ли? А ну в этот раз я этот уровень вообще в легкую проскочил. Вот, я говорил, вот, хотел сказать о чем. Третья, самая раздражающая, это камера. Она вращается только влево и вправо. Ее нельзя крутить вверх, вниз. Сейчас особенно. Но здесь уже непонятно. Попаду я или нет? Так, попал, нормально. Вот, все, то есть я вперед не могу смотреть. Пожалуй, вот на этом я закончу. До сюда это я да и доходил. Вот, игрушка отвратительная. Рекомендую брать единственное, что разве что из-за карт. И то сейчас карты стали там чуть ли не по рублю. Это вот мне повезло, то что у меня металлическая выпала, и я игру купил, считаю, в два раза. За счет продажи. А если металлическая не выпадет, то вы игру окупите только ее себестоимость. Ну, смысл покупать какое-то говно себе в коллекцию, брать, не знаю. Думайте сами. Ну, игра вызывает только агрессию, желание ударить по клавиатуре, закричать, не знаю, чепуха полнейшая. Все, всем спасибо за просмотр. Всего доброго.